Me chamaram. Сейчас, подожди. Джерен, ты тут? Так, Джерен подошел. Накурен клан Волкер тут. Хардкор. Все, хардкор, 30 сек. Блин, стрёмно, тряхиваете, давно не ходили так. Лесков ласка моя, да? Да. Хардкор. Кол так уже, а? Не. Иду, иду, иду. Вот он, я все зашел. Подтверждаю. Все, пошел на краснопол. Давайте ростим. Так, на вихре протопал вправо, убегаешь БДК влево, только недалеко от самого рейдера звезды. Играйте в шипы. Сейчас убегаю во время вихри. Все, бежали. Бейте все шипы. Скажу, когда дать гимн ХП. Бейте шипы, сейчас шипы будут. Все, можешь ждать сакру сейчас. Последние шипы. Потрясающий скилл танков. Ребро просто туда-сюда ходит. Первый раз это вижу. Ой, ты снимал это на видео? Да ну нафиг. Так, штанишки на танка. Потрясающий лут с ребра, первый раз такой вижу. Так, надо забафать приста. Джерион, у тебя есть БДК или Джулион? Хардкор и Войт, режьте броню. Так, паладины. Во время боя кидаем каплю с пула, потому что леди кидает вас контроль. Вы юзаете тут лонжертельности на леди и умираете. Влетай, Лемошка, влетай. Собирай трэш. Лимошка, слышишь, будешь танчить справа трэш на первой фазе, два БДК слева. Да. Ой, спекайся в танка. Будешь танчить леди. Некому больше танчить. Думаете, зигмайчик? Ой. Риска тут. Я забыл про него. А, он уже спекнулся в танк, молодец. Он не спекнулся. Его сила не знает границ, ни
ничто не может сломить ее, откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких... Джулиан, так, тогда Рискат и Акма слева танчат. На второй фазе первая на пол на Акма. Начинаешь танчить ты вторую фазу, потом на пол на Риската. Если кого-то из танка хватает контроль, свободный танк забирает трэш на себя. Так, Узумаки, ТСС потратила куда-то? Нет. Хорошо, кидай на Джейлис тогда. Поднимите сейчас своего Мэджика. Так, бафните сову, бафните писта, кушайте рыбу. Так, старайтесь контролить все. Ой, Торы, кресты, маги, паладины, локи, кидаем фигры, рестер, шаманы, жабки. Паладин, дай эту самую каску под рулю. Риска, ты хватаешь моба с лестницы. Свой тоже в танке. Припаси обратно, вот. Так, чек на пулы. Прыжглоб готов. Все, погнали без чека на пул. Будет трэш, бьем трэш. Мелики слева бьют трэш, РД справа. Так, вышел трэш. Давайте все в трэш. Паладины капли слили. ДК, прожмите АМС. Трэш слева добейте. Сейчас будет контроль, готовимся к контролю. Смотрим, три цели законтролить надо. Так, расконтролили. Квадрат контролим. Квадрат законтролили, я луну законтролил. Спасибо, что законтролили. А, бля, друидов нету больше. Видите, так. Давайте, в трэш сыграли. Давайте, соло шэдоу, слева стойте, антихам, волкер справа и даете эфир по законтроленным людям. Сейчас будет контроль, смотрим, 5 секунд до контроля. Слева убейте трэш, раздиспельте проклятие. Справа добейте трэш, расконтрольте людей. Рискат лови в контроле. Так, давайте, на Риската на пол сейчас пойдет фаза, и выйдет 3 моба, его нужно будет залить. Блять, вы будете контролить трэш? 6 плюсов и 1 фира. Давайте, наполивайте на Риската, Бланар глыбу, прожми, бейте сначала трэш. Сейчас выйдут духи, будете делать 5 шагов, влево-право. Слышали духи, отбежали от духов. Сейчас опять будет контроль, стопаем АОЕ, давай контролим людей, присты. Мили-зона, 3 контроля. Вот опять раз. Вышли духи, отбежали от духов. На Рискате 3 стака, напуливайте на Аква теперь. Так, Акма, веди в сторону трэша босса, трэш вышел, давайте в 3 моба сыграли, опять вышли духи, от духов отбежали. Вышли с лужи, третий босса. Сейчас будет контроль опять. Стопаем АУЕ, контролим людей. Вышли духи опять. Акму, уводи босса с под духов. Так, напуливайте на Риската опять. На Акма 4 стак уже. Расконтрольте мили-зону. Верните мили-зону. Отбегите от духов. Дехильте хардкора. Вышел трэш, давайте в трэш, отбежали от духов.
Все, не веди пока леди. Не веди, но пускай мелики подбегут потом к леди после трэша. Напуливайте на акма. Вышли духи, отбежали от духов. Диспельте кулак с леди. Напуливайте на акму, расконтрольте людей. Отбежали от духов. Все, иди, акма, набивай агро. На рискате 5 стаков. Накурено стень. На вышли из-под духов. Все, трэш не бейте, добивайте леди. Подавление магии диспельте. Ну, минус, вот что бывает, когда один друид в рейде. Эпик лут просто. Эпик лут, блять, Нибелунга 2. Мне нужна цель. И 30 кинжал. Заново бафаться. Листобаф. Интеллект. По друиду, по палу бафы, по магу. Крест на великана больше не делается, да? Не, мы не делаем гири. Каску пообновляет, там на кресте на друиде нету. Привет. Что тех нужно с жирным убить? Пошли убьем тех мобов. Нужно на этом вывесит. Скорее всего позади кто-то. Ну позади тоже тогда убьем. Посмотрим. Ой, ставим хамп. Включите бегалку. Бег включи ставим. Во. Да, вон там три моба еще.
Кто не успел, тот без коня. Что-то много новых людей, я смотрю. Видите, все ранцы. Я насчитал 5 человек с адептов. Видишь, что ли? Я запустил. Одевайте все ранцы. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... О, черт. Так, РДД, бейте пока оружейников. Меликий трэш на нашем корабле. Сейчас появится маг, будем сливать этих оружейников, которые метки кидают на наш корабль. Нам 100 тысяч одни. Быстренько сделаем. Давайте на наш корабль. О, на тот корабль. Помогите мне этих оружейников слить. Они напрягают метки, кидают на наш корабль. ПДК, подожди, не перелетай, сейчас добьем последнего. Все, давай, перелетаем. Лимошка, дай каску на ПДК. На сове нету каски. А, нет, есть, вижу. Давайте к магу. На наш корабль. Пускайте сразу сурка разролил, вот походу дело. Знаете, по лабафу и по шаману. Возвращайся, игра беды! Коркран, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Так, Милли плащ кому-то нужен? Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Так, забрать... колье с меткостью. Узумаки тебе надо? Упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь... Ладно, я наручу с меткостью на ДД. Мы
На ретрике, да, бисовый плащ был? Да. А сейчас по ЕПГП идем, правильно понял? На ОФ брасывается, да, кому надо возьму. Отлично. Блин, кто крест бафает, я забыл. Я бафаю. Баф не крест по шаману. Сын остался бы цел и чист. Так, шея за 10% кому-то надо. Вот рыба в центре. У тебя есть еще 10 секунд, баб повесится. Герои, хотите узнать, сколь могущественно плеть? Ка, дружище, ты что там? А, вот, все вижу. Кулак, дайте поварам, пожалуйста. Вроде дали. Все, танчит этот трэш. Сейчас мы где-то трэш будем не играть. Кружок совы с меня заберите. Так, давайте на второй трэш вызовите стада. На третий трэш. Да, на третий трэш дом с этот звездопад уже. А сейчас у тебя кто-то играет, свата твоего? Повар. Ты мне? Будет шторм. Играйте в трэш. Думал, ты барон своим дамажишь. Будет шторм? Угу. Ну да, это... Мой вар, там другой человек сидит просто. Его просто не любит играть своим варом, дается их персов всем поиграть. Три вара. Так, последний трэш вызвался звездопад. Дашь сакуру под трэш. Давайте в трэш сыграли. Ну, нормально. Луну добейте, сейчас вырастет. Повезло. Можно спеть гимн на отхил. Так. Били. Давайте портал, идем на чуму, разроливаю вещи. Так, воля. На мейн. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом... Покоритель. Прога, ДК, маг, друид. Помните о чести, герои. Даже защитник из обычного. Да. Ходите в портал. Вальку притащу сразу. Так, селфи шмурон, кажется, первый по ЕПГП. Кулак Маковей. Где валик бьете, в центре или у портала? Да когда как, по ситуации. Так, советник. А какой ДПС, кстати, был? Посмотрел? 325 конечный. 316 вообще. Но у нас вылетел паладин. Рискат в танке еще. Прихила было. И сейчас кое-кто с волей будет.
Дверь. Я вернулся в арку, без пальца три обновления висит. У Джерина нет успеха служения. Две вальки сойрили? Почему три? Все, по фэншую. Надо в центр вторую силовать. Все, бой развис, погнали. Кто-то не успел портануться. Что-то жирен слабо дал. ДК, лови эту мразь. Странно. Берен был меньше, чем я. Так. Ну, пошли на чему? У кого-то есть хило спеки? Или кто может зайти, кому не жалко на рестер друида? Хули пала. Я могу. Не знаю, Крофа, можно захилить 3 хила с удачей? Захилим. Узумаки, иди сюда. Где ты там стоишь? Нам нужен маха демона. Ну, сам что в шкаф. Правом надо ролим. Геморрой тут рэп, ну а. Краля, ну ты охуела. Как вот бесит такие типы, вот ты когда выкидываешь ролл большой, все равно идет кто-то кинет еще больше. Да это надо кому-то. Шанс, что кинет сотку кто-то, один из 25 человек, равен 20, по-моему, там, 4%, что-то такое. Вы что, зеленку ролите? Да. За 10% заберут. Это да. Пацан сказал, пацан сделал. Нормально. Сейчас посчитаем, сколько шп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сокрите только прелесть справа близко. Ха-ха. Арахавают. Всем покавывают. Отойдите подальше от босса. Где-то встаньте в звездочку. У вас легче было хилить. 3 хила. Вот сейчас прожми сейчас сакру, прожмите все свои дефобилки, у кого есть. Да ты чё? Кто ж сакру-то жмёт? Сакру-то жмёт на этом касте. Я имею в виду, после каста он ещё ауешит. Если на каст нажать, сразу ревностный прокает. Ты чего?
Ты всегда не умрешь. Блять, может. Я дам стан. О, давайте гнев небес. Забери, забери, забери. Так, пек на АФК. Нет, это еще не бомба. Второй активирован? Нет, сейчас сбегаю. Не повезло Локу. Где вторые тут? Пошли на гнев, будем бафаться. Так, скажу. Так, 6 престов на рейндж, 6 ЧП. Танцова и протопал. 9 человек. Не разбегайтесь, дайте пробафы кресты. Съесть кресты. Так, Сол, принимай сумму сейчас. А, чек на бафы, на АФК. Кто на рейндж? 6 ШП, сова, хант, протопол. Болкер готов? Давайте, дистанцию набрали. Пойдет макрос на пул. Ер. Дайте рост. Поставьте тотем на силу природы. Кто-нибудь, шаманы. Один человек. Поставим. Молодец. Рэд, перебегаем. Не стойте под белотой. У нас будет лужа. Бежали от лужи, два креста. Дистанцию всегда держим, накурим хлам. Ну ты сам ко мне подбежал, так отбеги. Потому что справа лужа вообще-то была. Отбегай влево. Весь рейд должен двигаться, лево или право. У меня только два человека должны перебегать. Которые от лужи мигают. Прости, сова. Там еще есть место, куда встать. Идите нахуй. Там, давай, короче, куда вы перебегаете с лужи, там люди уже стоят, так что не пиздите здесь, перебегайте нормально. Уход в тень, нажми прест. Не нажимаю уход в тень. Теперь уже нет. Поэтому там лужа застрял. Бля, зачем ты мне сказал это? Забирай большого. Лужи выбегайте. Захиливайте его в мэджика. Склон не. Я вылетел, короче. Убегайте. Новости, народ.
Давай, большого забирай. Прожмите чешки. Сейчас будет взрыв. Чуть попозже. Там 4 стака? Да. Сейчас я все заберу, у Савы будет 5. Нет, ты не заберешь меня. Ну ладно, тогда что. Не своди большого с мелкими, специально так задумано. А? Ну, там еще один большой, забери его. Прожми сакру. Сейчас взрыв будет. Взрыв будет. Ужасные новости, народ. Шедуется, как умер. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Он два раза уже остался. Потрясающе! Ты не увидел тут скилла рейда. Ребята, две зеленки в трэш. Кому-то надо Калина танк. Объект. А за просто так нельзя шею? Шею. Это бисовая шея. На ДК разве что. Это бисовая свальки. Рыбу. Какая третья шмотка бывает, что я просто кал. Там хлам был. Расплат готов. Поставил две метки на шаманов, туда сносим эти споры. Расплат. Так, все готовы, пошел макрос на пол. Уберите дистанцию. Выйдите с подспора, там слизень. Уберите опять дистанцию. Узумаки, Антихам, споры к шаманам в сети. Ретрики, у кого стоит аура защиты темной магии? Жмите, короче, мастер аур меткой гнили.
Давайте опять споры сносим. Black Energy, Антихам, Спорки, Шамана. Black Energy, давай, блин, к квадрату быстрее. Все, опять набрали дистанцию. Разжимайте сакры свои. Так, опять какой-то хлам. Да, был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Кальдивная ДЦ. 10% нахуй балла. Миссовый поезд на Ханта. Кюрус надо? На Энха. Спасибо, Хелика, за рейд. Спуститесь назад немного. Спуститесь назад, чтобы запустилась комната. Хелика, наверное, просто вот здесь еще. Ладно. А Ирелла, пока трэш лупим. А, тут по поводу двойного ЕП нужно, чтобы два спека бисовых были. Да, чтобы было два бисовых спека. Это пал или рпал или хулипал. Два, спека. Да, не один, а два. Да. Понял? Ты знаешь, как топить куклы? Как замедлять? Да. Одну ложу на первой фазе оставляешь, допиваешь до 2 метра, чтобы хватило энергии на 2 слизня. Вы переварить будете без этого, что ли? Без первого зеленого? Нет, будем стопать дамаг, ждать слизня. Так, скажу так. Милики стоят в одной точке, кружочки, РДД. В квадрате, то есть во второй фазе все РДД становятся в квадрат, и по моей команде двигайтесь за квадратом влево-вправо, чтобы вы не попадали по слизней. Мелики, если вас откидывает, вы не сбегаетесь к зеленому слизню, вы отбегаете в РДД зону. Кирилл, первого зеленого замедляю или нет? Нет, не надо, должно хватить ДПС и так убить. Ладно, чек на пол. Пойдем пока 2-4. Так, шаманы, security. Сейчас я на эту штуку. Рейд будет откидывать. Оставляйте эту штуку на зеленого слизня. Он взрывается в рейде, вы прожимаете сразу. Один то же самое, тогда рейд будет хорошо жить. Так, гимн отхил по команде даем. Давайте чек на пол.
А это Рэл, бопы будешь распределять, кто кому дает на красных? Нам фрешблад даст боб, если что. Он уже скиллованный. А, кстати, реги на диван есть у кого-то? У меня есть. Тебе не надо. Все отлично, у всех есть. Все, пистолик, агрибоса. Агрибоса. Вставляйте прожимки на слизни. Так, стопайте по профу. Стоп по профу, ждем зеленого. 4% до переходки. Все, не бейте босса. 3% ждем зеленого. Убиваем зеленого. Потом переходка. Короче, стоим в черепе. РДД, набрали максимальную дистанцию. В черепе встали. Бежались в череп. Ну, антихан, вот. Никогда так не делайте. Сколько времени было сменить позицию? Сливайте быстрее зеленого. Все, смотрим свои дебафы. Бля, пиздец. На ком зеленый дебаф к звезде, на ком красный, бейте уже красного сейчас. Соло. Почему ты там стоял? Это ГП уже. Встали в чей, в звезду встали. Цель зеленого, сбегаемся. Бежали к звезде. Бежим опять к черепу. Встали в звездочку. Да не, падаем. Дисплейте куклу, пожалуйста. Ну, потому что в тебя люди будут в любом случае сбегаться. Хоть шпет, хоть не шпет. Ну, пусть не сбегаются. Они же не могут бить. Ты понимаешь, что мы тратим ДПС, пока ждем, ну, что вот слезет, да, добежит? Сейчас понял, вот с этого момента я понял, да. Ну, что ты перезведу на кого-то? Что-то тут на холике вообще не ДПС. Делайте то, что я говорю. Ничего не надо придумывать. Не надо ни на кого заходить. Оставайся в АДК. Ты нормально дамажишь. Встали, побежали. Кого не могу Антихан то же самое. Ты не видишь, где метка? Сколько времени было встать мне? Ребят, есть свободные места? Есть. Это говорит. Маг нужен? Маг нет, а кто у тебя еще есть? Только маг. Какой у тебя ник? На мага он зайдет. Поставь пока шкаф. Кто с ума не бей. А, узумаки, вставай. А, блин, я же забыл еще сказать, что Плок кидал это проклятие костные зайки. Это ГП, брат. Зумаки, да? Дай шкаф.
Аюна, зайди на этого конта своего. Да, в шкаф узнаю. Узумаки, ты слышишь? Короче, будет выходить зеленый слизень. Кидаешь на него проклятие косноязычия. Ты поняла? Да. Потому что каст у него замедляется, у нас будет больше времени по нему нанести урон. Да. Хардкор, принимай с умом. Сколько хожу, первый раз слышу, чтобы Рэл додумался косноязычие кидать на слизняка. Давайте флубов по рейду. У нас всегда кидается в рейд. Понял, Бибоп. Ты Бибоп. Некоторые не шарят просто. Мы тоже не шарим, мы сами не знаем, для чего это надо. Кто-то не шарили Боба кидать на лече. Я вон, когда ретриком иду, войду Боб кидаю. Айоми, ты идешь в рейд? Мне так за мага заходить или за кого? Я вон тебя Айоми взял. Кем ты больше дамажишь? Магом, конечно. У меня пал тут до 5.6 вроде, или 5 КГС. Маг уже не нужен, 3 мага просто. Ладно. Так, пойдем. Да, жалко, косноязычие на своих нельзя вешать. Я бы на жмуку кидал ПКД. Так, все готовы. Пей столик. Таюми, заходи пока на мага. Пойдем 4 мага, ладно. Не люблю эту тему с 4 магами. Выставляйте прожимки на зеленого слизня. Ты не допил первую лужу. Допей первую, потом допей вторую лужу. Да так не надо. Все, стопайте по профу, стопайте по профу. 81%, ну стопните, ё-моё. Это ходить. Ох, РДД отошли. Короче, а давайте я... рост заливайте звездочку. Сбежали с зел... Череп, сбегайтесь. Давайте гиб на отхил. А, падаем, короче. Вы не можете стопнуть дамаг. Поздно сказал, было 82%. Я забыл просто. Мозгов у вас не хватает, чтобы стопнуть себе. Да если бы сразу стопнули еще, на прошлом трае там друид бил еще. Маг стрелы свои херачил, когда 3 секунды на 5 секунд на говорили стопнуть, давай попробуй. Такое ощущение, кто-то спецом игнорирует, хуй пойми, да. А ты некий бибу пока был отпишись. Похилите в одного шамана и одного ДЦ? Да. Это мощь. Если мы не из-за этого. Пульсовать вайп из-за хилов? Ну сейчас нет, ну типа... Ну красного там... не захилили, так-то можно захилить. Причем тут вообще сейчас красный вот. Ну красный, когда врезается в цель, надо захиливать. Другая да. Тема. Можно на цель красного кинуть боб, и он не взорвется. Да, мы это знаем. Вот. Вы в курсе, что, короче, слизней таунтить можно? Не таунтиться уже. Да таунтиться, таунтиться. Ты попробуй, ты в мишку прыгни и таунти. Ну я таунтил ретриком, не таунтится. Ты медведем попробуй, медведем таунтится.
просто как меткости собрать, чтобы тонтилось. Хватка не промахивается, кстати, хватка тоже. Да уже не слышно, ё-моё, хорошая голова. Не кап меткости, а кап четкости надо собрать. Кап четкости — это у Джерина легендарки все, тогда кап четкости. Надо просто войда разряд получить. Копченкости. Кёрз, а ещё у тебя питомец? Да не, он просто какой-то рослый был. Так, смотри, я забыл уже просто по энергии. Если мы переведем сразу, тебе хватит энергии заметить зелёного и красного или нет? Ну, если лужу остатку оставлю, должно хватить. Ты сразу будешь переводить? Не хватит. А мне хватит без доктор дроп. Ничего. Знаете, сколько мне как не хватит. Да, будем стопать тогда. Хватит фулбаф по рейду. Там есть ДЦ и ирдру. Не, у нас нет ирдру. Чего мне хватает? Кирс, кулак, крест дайте еще. Хотите, давайте попробуем без доктора друг. Да не, не надо, ничего не получится. Кирс, ты все, готов? Да, еще крест по... Сейчас крест, да? Дал крест, да? Да-да-да, все есть. Все, теперь куклу. Тотемы. А, там, блядь, что-то крита не хватает, не помню, что за хуйня. А, сова, блядь. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Топайте по кроху. РДД встали в череп. Стопайте по кроху, 84% уже. Сказал еще на 88 стопнуть. Встали в череп, начинаем бить зеленого. Все РДД в череп. Встали в череп. Все, переводим проф. Ты ж не замедлял зеленого, да? Замедлял. Я сейчас... Ладно. Зеленый, все к столу. Он красный, дебаф. Начинаем бить красного. Узумаки, кинь проклятие косноязычи на зеленого. Блять, он тихо. Не сбегайтесь, не сбегайтесь. Ну, падаем. Падаем. А, падаем. Да, если... Зачем падать-то? Чтобы научить человека, чтобы такого не делал. Да просто тихо, ну. Второй раз, блядь. В чем тут я? Нам черному нужно. По белому, на ком зеленый слизи. Зеленый дебаф. Не ори на него, это я был. Это ты был? Да. Тогда какого хера ты там стоял? Бил зеленого. А, держи ГП. Я и прожал тучку, я же не умер. Ну да. Подожди, это вообще не на тебе было. Лени, неустойчивость сизняка на шедоу ДЦ. Не, на куринфлам, все правильно. Первый зеленый это... замедляю или следующий переходки? Смотри, ты не замедляешь первого зеленого. Замедляй только на переходке. Окей. Ты на переходке должен обоих замедлить, зеленого и красного. Пусть сделаем. Ты сейчас ничего не замедлил.
Нихуя, что-то мне пятихатку дал. Вайп рейда, блядь. Сказал четким языком, на ком зеленый дебаф к столу. Плевать, ШП ты, не ШП, паладин, не паладин. Буду кидать в следующий раз 1000. Бля, ну пятихатка это дохуя. Дохуя это время, которое мы сейчас потратили на 3 вайпа. Ну, в таком случае, давай тогда тем, кто тоже вот так вот делал, тоже по пятихатке. Это будет справедливо. Ну, соло уже накинул, а ты за собой следи. Ну, я понимаю, но 500 гп это дохуя. Самого соло не знал, что это нельзя делать. Он не понимал, что это... Ну я стоял в сторонке, типа... Да хуя и... это ты на третьем трае, да хуя это на третьем трае, когда РЛ уже говорит. Третий трай идет, второй раз РЛ говорит, на ком зеленый дебаф к столу, ты стоишь где-то посередине рейда. И кричишь, блядь, не сбегаться. Вот посмотри на меня, ты видишь меня? Вот ты видишь меня, не видишь меня. Вот ты сейчас подойдешь, я тебе покажу, где я стоял и зачем два мага в меня блинканулись, я вообще не понимаю. Да, это не важно, где ты стоял, ты должен стоять у да стола. Да это важно, где я стоял. Ты не стоял у стола, я видел, где ты стоял. Видел эту метку, вот этот черепок, куда слизень прилетел. Ты вообще не видел, как я стоял, потому что ты говоришь, антихам, какого хуя? Ты вообще не видел, что происходило. Может, прекратишь? Блять, давай, короче, закроешь рот, потому что там антихам тоже стоял, и на нем ДБМ сработал. Он там что-то кричал, я и на него подумал. Я стоял вот здесь вот, рядом со мной никого не было. Вот тут вот я стоял, а потом ты два мага... Ты не должен там стоять самого. Я понимаю, но я прожал тучку и все. Да плевать, что ты прожал тучку, ты тупой, мы из-за тебя стоим, ждем, не бьем слизни, блять. Миники не стоят и ждут и не бьют слизни. Из-за тебя тупого дурачка, который там стоит, решил подамажить отдельно. Ты это не понимаешь, что ли? Я это понимаю, но это не стоит. Так что ты возникаешь за ГП? Кушай так, рыбу, бафаем рейд, все, замолчи. Что ты мне дал 500 ГП, меня это не устраивает. Ну, покидаем гильдию, идем внутри. Ну давай тогда тем, кто тоже нас вайпнул, 500 ГП. Ладно, я понял. Все, я тебе отключил голос. Просто делайте то, что я вам говорю, тогда мы будем играть все с первого трая. Сейчас вы не делаете то, что я говорю. Что в кнуты-то сразу, они что, классные? Да, том гильдия. Так, security, что не хватает? Вулеремка. Так, иди пей столик, первого слезя не замедляй, замедляй только последний на переходке двух. Так, агрибус. Окружинки оставляйте на первого слизня на первой фазе. На первого зеленого или на двух? На первого. Сейчас выйдет зеленый слизень. На двух, на переход. Топайте. Топайте по профу. Топайте по профу 4%. Бейте зеленого. Жали в череп. Блэк Лок, ты неправильно делаешь, нельзя так делать. Сейчас бы он добежал, ты бы был бы трупом. Сейчас просто повезло, за это тоже кидается ГП. Так, на ком зеленый дебаф к столу, на ком красный, РДД начинай бить уже красного, замедляй всех слизней. Так, на ком красный дебаф, сбегайте с цель зеленого. Все, отбежали. Смена цели зеленого, сбежались в череп. Все, добили, добивайте зеленого. Бежали здесь опять в череп. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Так, пельмени смотрим. Влево-вправо отбегаем, не ловим.
Сейчас зеленого постоянно замедляй. Всех слизней замедляй, короче. Так, смотрим, какой выходит. Красный выходит. Сейчас пойдут пельмени. Отошли влево, вправо. Бежали. Бьем красного. Узумаки, не забывай вешать проклятие косноязыча на зеленого. Ты не замедлил с красного, дружище. Что это было? Жесть. Пять пельмени. Бежали влево-право. Сейчас выйдет зеленый. После кол поведешь профа к зеленому слизню. РТД, становимся в кружок. Все в кружок. Сейчас пойдут пельмени и пойдем за кружком. Смотрим. Сейчас будут пельмени. Кружок. Пойдут, отбежали в кружок. Вправо отбежали. И бьем зеленого слизня. Все в зеленого. Встали. Встали в этот, в череп. Бейте зеленого. Сейчас убьем зеленого. Будет пельмени. Отбежим. Смотрим. Так, пельмени, отбежали влево-вправо. Переводите профа 3%, 2%, быстрей. Все, веди к столу. Все, сейчас пошла переходка. Так, лок, давай, проклятие на зеленого. На ком зеленый, добав все к столу, все в кружок. На ком зеленый, все в кружок, быстрее. Давайте, зеленого не замедлил. О, энергия. Куда надо сейчас? Все, диспельте куклу и прожимай сакру. Сбежались в череп. Прожми сакру сейчас. Да, нажал уже. Ну куда ты, блин, прожимаешь? Пор, точнее. Смена цели красного, смотрим. И убили красного. Что здесь за синдикатом? Я плюнул, но что-то не плюнулось. Все, осталось только пельмени, добиваем босса. Отбежали от колки. Отойдите, босс сейчас нельзя ставить. Все, можно. Бьем дальше. Забирай профа сюда. Прожми срезку. Бежали пельмени. Давай, Хантер, включай дух стаи, побежали на совет.